Реконструкция сквера ровесником, ушедшим в бой, завершилась в прошлом году. На его обновление из федерального бюджета было выделено более 40 миллионов рублей. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина дала высокую оценку преобразившейся общественной территории. Здесь действительно сделано монументально. Очень редко сейчас в субъектах. Знаете, мы все делаем почему-то на скорую руку. И вот Улан-Удэ, когда мы говорили это 2 года назад, и такая же была картина, что сделали, через 2 года разрушилось, да и ладно, и пусть. Вот сегодня здесь, я точно знаю, это останется на десятилетие. Нашим внукам, правнукам очень красивая память. Знаете, всегда важно, как отдашь ты эту память. Здесь прошел и хочется остановиться около каждой фотографии. Нравится обновленный сквер не только гостям нашей республики, но и местным жителям. Я гуляю каждый день тут, круги. С удовольствием хожу. Но сквер, конечно, хороший стал. А что именно нравится здесь после ремонта? Все нравится. Ну, облагородили, самое-то главное, действительно. Ну, вижу, камеру поставили, ну, следят. То бишь, мы здесь проживаем недалеко, часто ходим, да, действительно, аккуратненько, достойно. Ну, причем, как на европейском уровне все это сделано, ну, как бы есть чем гордиться. Здесь не зря пишут его везде в прайсах, в туристических. Все нравится, все красиво стало. Очень нравится. Скамейки поставили, вот, чтобы посидеть, отдохнуть. А вы как часто здесь бываете? Ну, бываем, внуком гуляем. И что вам больше всего здесь нравится? Ну вот, что озеленили, все здесь красиво, все посадили. За время реконструкции в сквере появились обновленные тротуарные дорожки, озеленение, парковка, детская площадка, а также ограждение. Отремонтировали и скульптуру с мемориальными стенами. Сквер «Ровесник в ушедший бой» – это как раз уже тот момент, когда мы учитывали пожелания всех практически граждан, можно сказать, города Улан-Удэ, особенно, значит, те, кто принимал участие в войнах у нас. И вот в результате этой общей такой консолидированной работы, когда мнения были всех учтены, у нас получился вот этот сквер «Ровесник ушедший бой», который уже, ну, номинировался на разных там в конкурсах и завоевал почетные места. Помимо сквера «Ровесником ушедшим в бой», Светлана Калинина проверила еще несколько общественных территорий столицы Бурятии. Итоги визита в нашу республику подведут на совещании, которое состоится 8 октября. Андрей Слепнев, Жаргал Цариндашеев. Новости дня.